Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий, и у нас сегодня продолжение прохождения Half-Life 2, это у нас 7-я серия. Мы в предыдущей серии пришли сюда, встретились с отцом Григорием, по-моему, Григорий его зовут, и, в принципе, сейчас я вот так вот сделаю, поправлю. Да задолбал ты меня, я тебе не брат, ты священник, а я... Следуй за мной! Да пойдем. Вот. Предыдущая серия была очень длинная, очень запутанная, очень страшная, сложная очень была она. Ой, ёлки-палки, что ж такое-то? Побежали. Вон они, гули эти прыгают. Я не знаю, как они правильно будут называться, как они правильно называются. Стреляй давай в них, у меня патроны не лишние. Я их не могу бить, дружище. Вот так я буду драться, потому что, ну, патроны. Самое глупое, наверное, решение. Драться ломом. В такой вот драке. В такой битве, можно сказать. Сложно. Ты дурак, что ли, совсем, я не пойму. Ты куда стреляешь сейчас? Вообще, ума палата просто у человека. Вот. Что я хотел сказать? Я забыл, что хотел сказать. У меня... Да почему он отталкивает меня, не пойму. Потому что он не... О! Целься в голову! Какие легкие ранения? Обрети же истину! В смысле? Почему он не умер-то? Где еще диск? Вот он, диск. Это дело очень удобное, на самом деле. То есть ты можешь не тратить патроны и вот так вот делать просто. Яркость очень маленькая, я здесь вообще ничего почти не вижу. Так что если ты там на ютубе ничего вообще не видишь, то я сочувствую тебе и больше ничего сделать не могу, если я яркость себе увеличу. Ну, короче, ее можно будет постоянно дергать туда-обратно, эту яркость. Внимание, в крови обнаружено ОВИ. Положение критическое. Пациент при смерти, да, хер поспоришь. Ага, это говно здесь. Иди ко мне, иди. Псины это, блин, прыгающие. А, серьезно сейчас, да? Самое главное, она живучая очень, псина. На кого ты не держишь, да? Ты мне поможешь вообще сегодня, нет? А, то есть мне просто... Пойдем. Ну, в смысле, много-то? Да отойди оттуда, дурень. Ну, зайди! Ну, что сделать тебе нужно? Пойдешь ты сегодня куда-нибудь или нет? Ты как собственно отсталый себя ведешь, блин. Ты мне не помогаешь, ты там забился в уголке и сидишь. Я что, тебе за всех должен, что ли, отдуваться? Ну... Если ты не видишь, то тут был противник. А, здесь есть фонарик еще, кстати, да. Ну и где он? Он-то где? Вот он, блядь. Потерянный гражданин. Пока я держу ворота! Где ворота? Быстрее! Беги, брат! А, святая земля. Прощай, брат! Ты дурачок, боюсь, что ли? Что отправляю тебя в темное место? Да осветит твой путь светлейший свет! Такой ты, конечно, вообще... Спаси же свою душу! Его убить должны, да, наверное? У него выжить не получится, это я тебе точно могу сказать. Не понял я сейчас. Это он сам себя поджег, что ли? Ну, короче, молодец он. Нет? Стой. А как он в огне стоит? Ладно, не будем об этом, над этим заморачиваться, мы просто пойдем. Пойдем вот сюда вот сходим, наверняка здесь есть какое-нибудь достижение.
нету здесь достижения, блин, просто так можно было просто сходить. Логично, просто не поспоришь даже. Вот. Пойдемте, значит. Я пытаюсь поправить, чтобы у меня была ровная эта кофта, а она ни хрена ровная не становится. В принципе, она на мне ровно надета, а почему она так на этом выглядит, я хрен его знает, короче, вот. Идите его кладите, я туда так не, я не хочу. Туда так далеко, я до тут не долечу. Что-то нужно сделать, скорее всего. А что здесь можно сделать? Здесь вообще делал больше ничего. Единственное, что можно сделать, это вот, да. Да. Зашибенски, что я могу сказать? Просто зашибенски. Не поспоришь. Здесь просто нужно было... Здесь просто нужно было... Здесь просто нужно было... Я хочу чуть-чуть шагнуть, чтобы он... А, то есть она не взрывается, я понял. Вот так я хотел сделать сначала. А, да не, что ты ломаешься-то, блин, на одинаковую высоту падаешь. Ну, в принципе, игрой подразумевалось, что я так именно и пойду. Ну, блин, здесь это, конечно, вообще плохо. Так игрой делать, игра, чтобы так подразумевала. Вот так я планировал сделать. С самого начала, чтобы... Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Вот так. Хорошо. Вообще отлично, я бы сказал. Ага, у меня же нету вот, да, ничего нет у меня. Раз. Давай не будем тратить просто револьвер и. Псов вот этих расстреляем с пистолета просто. Потому что они нам сейчас вообще всю малину испортят. Хотя что они нам могут испортить, они же даже не ядовитые. Дробовик. Патрончики. Патрончики для. Автомата было бы вообще неплохо. Ну, 90 штук подобрали. 90 штук это ничего, на самом деле. Это очень мало. Так, мы пойдем вон туда. Сразу вон туда. Хотя, зачем нам сюда, если можно пойти вон туда? Нам просто надо куда-то спуститься. Ну, не важно вообще, куда мы будем спускаться. Мне, по крайней мере, на самом деле, фиолетово. Прыгающий. Опа, прилетел. Да, я в них... Подожди. Зашибенский, ты молодец, придумал. Система жизнеобеспечения включена. Кто меня там сзади кусает? Обнаружены легкие ранения. Попу. О, блин, ты что делаешь? Мне так никаких патронов не хватит, блин. Не знаю, зачем я с ними дерусь вообще. Наверное, я просто хочу изучить немножко территорию. Изучил вообще, конечно. Да я же увернулся. Обнаружили легкие ранения. Все? Нет? Еще кто-то есть? Ой, блин. Ладно.
хпшечка ему... Нет. Не все. Да... Ты-то откуда здесь? Хпшечку мы, хоть, восстановили? Да зашибись, ну! Беги! Да ну вас нахер! Ха, да какой ты живучий-то, собака, ну! Откуда они такие живучие взялись-то? Ну вот потратили столько времени для того, чтобы их убить. Просто потратили кучу времени для того, чтобы их убить. И они, блин... Такое чувство, что они появляются и появляются, появляются и появляются. Так, ты давай тут не дури. Понятно. Так, стой. Так, ладно. Это тоже неплохо. В целом, наверное, можно спрыгнуть вниз. Здесь никого вроде бы нету. А на кого он? Да... Внимание, крови обнаружено ОВИ. Что был сейчас? Почему я умер-то? У него должен один хп оставаться все-таки. Обнаружено, ОВИ. И что? Что теперь обосраться? ОВИ у него обнаружен. ОРВИ у него обнаружен. Умри ты, собака такая. ОВИ. Плачь. Собака такая. Умер. Вторая собака, умирай. Умерла. Хорошо. Чё? Где-то сзади кто-то шебуршнул. Выключить фонарик, чтобы он зарядился. И сейчас его включим опять. Это прям... Вообще, это такая нечестная игра. Это просто прям... Сил нету. Ой. Я передумал. Ладно, не передумал. Пойдем обратно. А, то есть отсюда можно выбраться только вот каким-то одним путем, да? И то с помощью вот этой вот сопли. Никак я не пролезаю, дружище. Я же ведь не виноват, что я тут такой этот. Ну зашибенский, конечно. Вообще, а что дальше делать мне? У меня есть вариант только умереть. Что? Как я должен отсюда выйти? А, ёб твою мать. Можно туда спуститься? Можно, ёлки зелёные. Я, блин, вообще, конечно, молодец. Я просто, я не знаю, это издевательство какое-то над собой. Я не понимаю просто, как в неё играть, в эту игру. Вообще не понимаю, что делать надо. Ух ты ж, блин. Надо было, наверное, вот так делать, да? Классная штукенция, на самом деле. Ребята, аккуратнее будьте. Там машина едет. Давайте. Удачи вам. Во всем. Классно, правда, ребята? Я придумал. Я вышел куда-то. Ой, какой свет ты яркий. Я вообще ничего не вижу. Такс. У меня мало патронов осталось. Это я могу сказать точно. Очень мало патронов у меня осталось. И я ни шута не вижу.
То есть... Ну, конечно, зашибись, конечно, придумали. Белый свет в конце тоннеля, видишь, такой? Ага. Придумал ты, конечно, тоже. Больше ж нету? Больше нету. Для дробовика очень много патронов нам дали зачем-то. Наверное, очень сейчас будет много в кого стрелять. Именно из дробовика. Ну, ладно. Мы как бы очень достаточно далеко, я считаю, прошли. Прям достаточно далеко мы сегодня прошли. Мы прям, ну как, хотя мы, по сути, ничего не сделали. Мы прошли одну пещерку какую-то и сраненькую. И больше ничего не сделали. Почему бегать нельзя? Готов. Лежит, не дышит. Ой, что это такое? Ой. Обнаружена кровопотеря. Подожди, кровопотеря. Чё, дострелялся, дурачок, блин? Нравится тебе? Вот и мне тоже не понравилось, когда ты в меня стрельнул. О, блин! Опа. Ни хрена себе, ты, конечно, молодец! Подожди с кровопотерями-то. Чё мне делать-то с этим? А. Нет. Да конечно. Блин, что здесь можно взять в качестве щита? Всю эту тележку можно взять? Пробивает, блядь. Пробивает! Пробивает! Все пробивает, блин, ну его нахуй. У меня нету больше вариантов. Ха-ха! Ну конечно, зашибись! Чё ж вам всем здесь не собраться-то, а? Это в меня шмаляет. Где б здоровье-то взять? Мне здоровье надо, а не гранаты. Ну. Я ни в попу не уперлись твои гранаты вообще. Ага. Придумал ты, конечно. Ой, блядь, промазал. Попал. О, блин, ни хрена себе, я стоял прямо на открытом огне. Я просто к тому, что у меня сейчас очень мало здоровья и очень много амбиций. И очень много идти, наверное. О, нет, немного. Слава тебе, господи. Вот. Фу ты, блин, для дробовика у меня много патронов. Здорово, блин! Я вам помочь сейчас собирался. Ребят, такие, конечно. Умелец ты, конечно, гранаты умеешь кидать. О. Чё это? Клёво. Зря вы мне его дали, конечно. Но у меня мало очень патронов. Да. Немало, в принципе. Я считаю, что очень даже много патронов у меня. Мне здоровья мало очень, а вот патронов много. Здоровье, вот оно. А!
Ты что здесь делаешь-то? Дурачок, что ли, совсем? Ну. Ротор. Мятеж. Какой мятеж? Ты что, дурак? Какой мятеж? Тебя экономить патроны получили? Дура. Патроны перезаряжай! Гранатами кидаются. Дебилы, блядь. Не, ума сколько надо иметь гранату кинуть в меня? Это вообще сколько? Так. Вон там откуда-то кто-то стреляет, но мы туда, наверное, не пойдем. Или нам туда и нужно. Я не знаю просто, куда нам нужно. Вот тут кто-то стреляет, вот прям вот там. Суть по звукам, по крайней мере. Так. О, еще патрончик. Ага. Зашибись, а как меня тут увидели? Или меня еще не увидели? Увидели. Перезаряжай, пожалуйста, перезаряжай, спасибо. Кто ранен? Я. Уинстона подбили. Ребят, здорово. Хоть лица знакомые. Станет лучше, уйди его отсюда. Я Фриман, если чё там. Фриман, у тебя получилось. Мы говорили с Алекс. Посмотрю, смогу ли я связаться снова. Ну, свяжись там с кем-нибудь, просто мне нужно как-то куда-то двигаться. Я не знаю, правда, сам, куда мне нужно двигаться, но куда-то я очень с важным заданием движусь, двигаюсь. Пойдем, давай, скорей. Ну, что делать-то нужно? Что мне? Сюда, доктор Фриман. Да я сюда подошел, ты стоял на меня как дурачок смотрел, ну. За люди такие тупые. Вообще никто не торопится. У нас все чисто. И здесь Гордон Фриман. Что это, блин? Доктор Фриман, вы шутите? Гордон, а не доктор. Уйди. Они схватили ее отца. Ты мне в пороге. Сюда, хорош, доктор Фриман. Уйди. Без Илая Венца нет освобождения. Здорово. Дружбанецкий стоит мой. Алекс, это Леон. И со мной Гордон Фриман. Всем решил сообщить, что ли, елки-палки, что с тобой Гордон Фриман. Ну, так молодец, гордись теперь, автограф дать тебе. Гордон, ты прошел через Ревенхольм? Нет. Слава богу, мне нужна помощь. Я пробежал. Они захватили моего отца, его увезли в Новопроспект. Вартигонты выследили корабль, на котором отправили его и Джудит Мосман. Я должна поехать туда, пока еще поезда ходят. Вот тут-то ты и вступаешь в игру, Гордон. Мне нужно, в игру вступаешь? Я, блин, в игру вступаю, уже часа 4 или 5 часов режима. Вступаю в игру. А сейчас кое-что похуже. А ты мне говоришь, что я вступаю в игру, когда ты там что-то делаешь. Ты хочешь, чтобы он шел по берегу? Он не продержится. Скоро вылупятся муравьины или вы. Малый такой, знаешь. Я надеялась, что ты сохранил внедорожник, который мы оставили тем летом. Ну тот, на который отец навесил там. Да, хорошая идея. Подожди. Норика, выводи багги и припаркуй его. Поведет Гордон Фриман. Хорошо. Я установила ящик с боеприпасами сзади. Как раз вовремя. Окей, Алекс, мы готовы. Спасибо, Леон. Гордон, я не ездила по берегу больше года, но у меня нет причин полагать, что там стало безопаснее. Ищи меня на станции, где разгружают поезда. Береги себя. Увидимся в Новопроспект. Пока. Давайте. Пока, Алекс. И на этом мы с вами тоже попрощаемся. Эй, перед дорогой тебе нужно запастись аптечками, патронами. Сейчас он нам расскажет, посмотреть, куда идти. Хотя нет, скорее если всего, поможет, это мы сделаем в следующей серии. Будь в машине, используй гидранты, вот. И не будешь уступать муравьиным львам. Я сообщу на базу о твоем прибытии. Сейчас он договорит. Всем спасибо за просмотр, бери, ставьте лайки, подписывайтесь на мой бери, канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Всем до встречи в новых сериях, ребят. Всем пока.